Вот сейчас попалась у меня такая щучка, килограмма на полтора. Расставлял бутылки, вот шестую бутылку поставил. Меня сразу же атаковала она. Камера, похоже, выключилась. Не заснял я эту поклевку. Ну, уже хорошо. Только приехал и сразу же поймал. Причем хорошая такая щучка. Сейчас попробую живца наловить, так как у меня было 6 живцов только. И только карасей я крупных сегодня поймал. Специально на крупную щуку ставил. Сейчас попробуем поймать живца. Я думаю, здесь еще что-то должно попасться. Я в прошлую рыбалку здесь ловил, поймал 3 щучек. И вот на 1-килограммовую щуку у меня была атака. Крупная щука, видно было. Поперек хватало, порезала ее. Буду пробовать поймать эту щучку. Сейчас я в том месте поставил, где у меня атаковала. Я сейчас эту щуку отцеплю, поплыву живцов ловить, так как мне нужно еще расставить несколько бутылок. Всем привет! Вот сегодня на второй день приехал проверить жерлицы. Вчера их оставил на ночь. Вот вижу, уже одна сработка тут есть. Утянула в траву. Сейчас буду проверять. На всякий случай надо под сак разложить. Может быть, здесь и нет ничего. Карась утянул. 100 метров она проплыла, эта бутылка. Нет, что-то есть, вон. Видно, дергается. Наверное, небольшое только. Даже бутылка не размотана. Ой, там что-то мелкое совсем. Вот такой вот щуренок небольшой. Я, наверное, его смогу сейчас отцепить. Буду выпускать его. Хоть он и глубоко зацепился, но крючок видно. Не должен был пораниться. Так, ну через жабры попробовать. Ага, все, отцепил. Вот такой вот, не знаю, грамм 200. Пусть плывет, опускать буду. Повезло ему, что глубоко не зацепился. Тут даже карасик у меня, по-моему, живой. Я на этого карасика сейчас и оставлю. Да, карасик тоже живой. Решил проверить следующую бутылку. Сработки не было. Но щучка какая-то тут, смотрю, сидит. Небольшая. Утянула она в коряге, поэтому сработки не было. Зацепилась она хорошо, прям заглотила, смотреть, куда живца. Так что выпустить не удастся ее. Я ее всю пораню сейчас буду отцеплять. Это такой разрешенный размер. 37 сантиметров она. Смотрите, у нее крючок где зацепился. То есть я при всем желании ее не отцеплю. Он прям в брюхе. Вот эта бутылка тоже в коряге заплыла. Не видно, что размотана. Зацепилась за ветки. Не знаю, есть там чего. Даже что-то поднимаю. Какую-то большую ветку, по-моему. О, все, оторвал. Смотрите, даже как оторвал. Крючок на месте остался. Зацепился. Это хорошо. Перевязать только останется. Поводок порвался металлический. Не выдержал. Вот следующая сработка у меня завела тоже в коряге. Удастся достать. Полностью размотана. Пока вроде бы тяну. Что-то есть, чувствуется. Только ветка зацепилась. Ох, как хорошо тянет.
как бы ее достать бы и порвать бы. Чувствую, что я еще ветку поднимаю. Но щучка там сидит. Опа. Маленько отцепил. Вот она. Такая килограммовая. Я думаю, побольше. Ладно, хоть удалось отцепить мне ее. Не сильно она запутала тут. Большой риск, конечно, в корягах ставить, но зато тут щука все время есть. Я вот три жерлицы прямо здесь в коряжнике поставил. Такая, килограмм где-то она. Так вот, проверяю следующую бутылку. Чувствую, что-то дергается, но очень маленькая. Сейчас посмотрим, что тут. Окушок, смотрите какой. Он даже не смог заглотить ее. Хотя крючок глубоко. Не знаю, удастся отцепить его. Не, очень глубоко зацепился. Сразу причем двумя крючками. Так что выпустить не удастся его. Сейчас проверял кружки. Пару кружков здесь стоит. Перекусила щучку, утянула в коряги. Крючка нет. Вот еще одна бутылка утянула в глубину ее. Маленько зацепилась тут. Не пойму, есть что-то там или нет. Здесь у меня леска. Она играет, растягивается. Опа, отцепил. Да, здесь маленькая щучка. Тоже вот видите, у меня здесь в два слоя поводок сделан. Здесь три, она откусила один слой. Вот два осталось. Так. Тоже отцепить не смогу. Крючок в желудке. Вот даже видно, вон там острие вылезает. Но опять же, такая разрешенный размер. Но я обычно таких выпускаю. Эту не смогу выпустить. Ладно, сейчас как-нибудь отцеплю. Вот один кружок у меня перевернутый. Посмотрим сейчас, есть тут чего. Метров на 50 он уплыл. Зацепилась тоже за коряги, похоже. Вроде тянул, что-то есть. Сидит что-то. Налил. Смотрите. Первый налил. Не ожидал я здесь налима поймать. Но заглотил он, конечно, хорошо. Вода сейчас холодает. Видимо, налим начал брать. Ладно, сейчас как-нибудь отцеплять буду. Вот эта бутылочка у меня сработала, потянула к берегу. Живец был мелкий у меня здесь. Сейчас посмотрим, попалась тут или нет. Ух ты, ничего себе! Смотрите, какой карандашик попался. Зацепился он не глубоко. Без проблем должен отцепить. Вот живец был маленький, еще ребенок попался маленький.
Не хочет он мне крючок отдавать. Челюсть сжал. Дай. Вот сейчас плыл по траве здесь. Заметил, таких очень много плавает. Здесь целая стая плотвы, красноперки. Вот в этом месте плавает. Видимо, эти щукари ловят их. Ладно, плыви. Он даже уплывать не хочет. Буду я сейчас сматывать все свои бутылки. Наловился я на сегодня. Собираю сейчас жерлицы. Вот третья жерлица подряд. Живец порезанный. Щука бросает или на крючок накалывается. Вот еще одна бутылка стояла. Здесь же тоже четвертая уже выходит. Живец порезанный. Или мелкая щука хватает. Видно, что следы такие от мелкой щуки. Собрал сейчас все бутылки. Ничего больше не попалось. Выходит, за сегодня я поймал 5 щучек. 2 отпустил. 3 осталось. Одного налима и окуня. А так щуки было много. Но почему-то постоянно сбрасывала щука. Или на крючок накалывалась. Может, поводок чувствовала, что жесткий. Ладно, нужно ехать домой. Сейчас лодку буду мыть. Посушить еще нужно ее. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. Всем пока!